Какие чакры отвечают за гармонизацию отношений, сексуальность и привлекательность? Конечно же, это Сватхистхана чакра. Сватхистхана чакра, она отвечает за сексуальность и привлекательность. То есть, если у человека Сватхистхана чакра находится в гармоничном состоянии, то он себя принимает таким, каким он является, и люди это очень хорошо чувствуют. То есть, у человека генерируется огромное количество энергии на уровне Сватхистхана чакры. Это половая чакра. Так, Владимир, я сегодня оплатил пакет максимум, будет ли мне бонус? Да, конечно же, Владимир, вам будет бонус тот, который заявлен в пакете. Так вот, дорогие друзья, когда мы работаем со Сватхистхана чакрой, мы начинаем себя принимать такими, какими мы являемся. У нас генерируется большое количество сексуальной энергии, и эта энергия, она на самом деле является, я бы сказал, сокровищем. То есть за этой энергией охотятся многие люди. Именно за сексуальной энергией. Многим людям не хватает этой сексуальной энергии, они начинают, соответственно, искать ее где-то. Если в каком-то человеке этой энергии много, они начинают, эти люди, быть магнитом. То есть для тех людей, у которых этой энергии не хватает, которые хотели бы ее получить. Соответственно, это относится к противоположному полу. То есть, смотрите, это относится к противоположному полу. Если противоположный пол чувствует у вас много сексуальной энергии, если чувствует, что вы принимаете себя таким, каким являетесь, но это же чувствуется в любом случае, то люди начинают к вам тянуться. Вот, но этой энергией нужно еще научиться управлять. То есть мало ее генерировать, мало привлекать противоположный пол с помощью этой энергии, а нужно уметь еще ей этой энергией управлять. И вот о том, как этой энергией управлять, мы с вами будем также говорить на нашем онлайн-тренинге «Чакры. 7 ключей силы». Потому что сексуальной энергии, можно сказать, ее много не бывает. Да? То есть если вы четко понимаете, как ей управлять, куда ее направлять, как ее использовать, то в вашей жизни будет не только гармоничные отношения, а также все, что вы только захотите. Именно с помощью этой мощной сексуальной энергии. Вот люди, которые не умеют эту энергию управлять, эта энергия начинает управлять ими. И до чего это доводит, я даже не хочу приводить примеры. То есть это как раз показатель того, что люди начинают пускаться во все тяжкие. Потому что эта энергия, она ищет выход на удовольствие. Если человек не умеет ее приструнить, не умеет этой энергией управлять, эта энергия будет кардинально менять жизнь человека и зачастую не в самую лучшую сторону. Поэтому обязательно нужно научиться этой энергией управлять. Тогда у вас и в отношениях будет все хорошо, и в социальном плане, и в плане финансов. Эта энергия – это некий реактор, благодаря которому вы можете изменить и улучшить любую сферу своей жизни, дорогие друзья. Ну, конечно же, как мы уже сказали, в первую очередь она отвечает за сексуальность и привлекательность. Когда человек принимает себя таким, каким он является, люди это очень тонко чувствуют, ну и, соответственно, их реакция в отношении вас, она очень сильно меняется в лучшую сторону. Меня зовут Евгений Джим. Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч. Всем счастливо!